Силуэт мы бы разглядели на фоне. Зато слышишь. Двери. Но вас слышат, это спасибо. Тешим себя надеждой вас расшевелить. Споем сейчас вам песню тоже вполне себе танцевальную. Она в каком-то фильме была саундтреком про танцы, там не помню. То ли «Давайте потанцуем, мистер», там кто-то с... Нет, эту песню. Что у меня будет? Песня «Свои» называется. Очень хорошая, вы сейчас узнаете. Она известна. Na 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 na
Коль уж Марина приехала, для нас это было большой неожиданной радостью. Мы решили, что будет хорошо, чтобы она не просто нам помогла спеть, а спела свои коронные песни, которые она солировала, когда была в составе нашей группы. Но поскольку, открою вам секрет, этот состав не самый старый, трое из участников в группе без года неделя, поэтому и я среди них, поэтому следующую песню я совершил. Позволите мне спою по листочку. Он пустой совершенно, просто он мне помогает. А песня называется «Аква Джибебе» или «Хамара». И снова радость, снова песня на русском. Иностранному очень тяжело учить слова, особенно когда его не знаешь, вот как это. Песня из репертуара Дианы Арбениной или «Ночных снайперов». Называется она «Звучи». Солисткой снова будет наша гостья из Солнечной Америки. Денис, настройки басового микрофона сейчас были изменены чуть-чуть, нет? Нет? Странно. Прощание.